мои любимые. Привет, мои хорошие. Вот только зарплату получила вчера, и все, и началось. То это надо, то то надо. Ну, как и у всех, да. Я один раз в месяц покупаю хороший кусок мяса, да. Ну, хороший кусок мяса, имею в виду побольше мяса. И потом уже потихоньку докупляю, если мне что-то надо. Вот у этого мужчины немножко дороже, но мясо шикарное. Он мне отдельно привозит мясо для меня. Вот он мне сейчас халал мясо. Но это редко, конечно, я могу достать. Вот он мне сейчас вытащит оттуда, потому что это, ну, вы же сами знаете, по-другому режу, да? Он говядину он мне привез. Но я не всегда могу купить халал, потому что он не всегда может мне его привезти. Так что вот так. Вот это мне так нравится, мой муж ненавидит. Вот это я очень люблю. Сегодня буду делать чечевичный суп. Вот. Тут у него всегда все такое, знаете, изысканное, хорошее мясо. Очень хорошее. Вот ты варишь, она прям сразу становится. Смотрите, как они курочку сделали красиво. Вот так. Тут все есть, вот нарезки колбасные, да, ну как у всех. Это просто магазин. Он уже сколько лет, он всю свою жизнь, его отец, мать тоже вот у него была, всю свою жизнь он тут продавал. Вот у него домашние яйца, 3 евро. Вот смотрите, девчонки, домашние яйца, 3 евро. А это не домашние, нет, 3,10. Видите, да? Вот. Сыр. Вот смотрите, какой маленький. Какой маленький сыр. Дорогой тоже. Я не знаю, сколько он стоит, но это дорого. А у него все дорогое, понимаете? Все изысканное, все дорогое. Ножки куриные. Килограмм ножки куриные. Потом крылышки килограмм. И вот эти части. Вот эта часть, девчонки, 13,90. Все по килограмму. Короче, 4 килограмма курицы, 13 евро, девочки. Вот так. Ну, это здесь же все отдельно. Крылышки 4,99. Грудка 7,80. 7,50. Ну, все кусы. Это вот это то, что вы видите, да? Это кролик. Не знаю, сколько он стоит, кролик, конечно. Здесь это все сало, это все. Вот. Это такое, знаете, это колбасные изделия. Короче, вот так вот что-то. Девочки, говядина стоит 12 евро, мякушка 12,90. Почти 20 евро стоит баранина. Потом, ну, свинину я не смотрю, так как я не покупаю ее, девчата. Потом вот такие куски говядины стоят 13,90, 13,99. Потом такая кусок 14,90. Видите, там это уже свинина 21 евро. Там, короче, вот цены такие. Ну, чтобы вы знали, да? Здесь я тоже вот это бакалау, девочки. Бакалау 10 евро. Килограмм. Ну, вот такой, короче. Вон мой кусок, девочки. Говядины. Видите, отдельно привез. Сказал, будет готово и не приготовил. Вот кусок, девчата. Смотрите, 10 килограмм. Но это и немного, девчата. Это на хинкал, понимаете, что... Ну, борщ и хинкал. Как раз. Хочу взять крылышки на шашлык. Так что буду делать шашлычок, девчонки. О, девчонки, купила все. Сейчас. Семена понрия. Теперь овощи мне нужно. Хоть картошку немножко возьму. Нога чуть-чуть побаливает, хожу. Ну, уже не так, конечно, как тот день. Посмотрите, как у него все аккуратно. Маленькое такое, как мне нравится, девочки. Но картошка грязная. Картошка грязная, 1,49. Нет, не буду брать вот. Нет, не буду. Я не люблю такую грязную картошку.
Так что вот так, ребята. Иду домой. Девочки, у меня чуть-чуть проблема с этим. Короче, с интернетом. Говорю Адаму. Поэтому я чуть-чуть такая расстроенная. Говорю Адаму. Адам, сынок, сегодня на обед придешь? Я сделала чечевичный суп. Заберешь дедушке и тебе? Он такой пишет, окей. Я говорю, как раз зайдешь и мне посмотришь, там у меня кое-какая проблема. И он мне говорит, тогда я не знаю, если я умру, вы тогда умрете. Ты тогда умрешь без меня. Я ему говорю, Адам, даже сомнений не имей. Если ты умрешь, я сразу за тобой иду. Сразу умру. В этот же момент умру. Тогда мне уже и жизни нету. Так задевает, девчата. Вот знаете, вот даже лишний раз просить не хочу. Любую вещь попрошу, девочки, все нервы вымотает. Прежде чем мне сделать, все нервы в ней вымотает. Я ему говорю, ты что, не понимаешь, что я компьютер не могу любому человеку показать? Там у меня творческая студия, там у меня все мои данные. Ты не понимаешь, что я не могу этот компьютер понести сейчас, кому-то сказать, помоги мне вот с этим. Но ты же такая умная, говорит, ты же не такая тупая, сама ты уже можешь. Но вот я не могу. Вот не получается у меня. У меня, во-первых, и времени нету, девчонки, там 2 часа в этом компьютере сидеть. Может, там и не так уж и сложно, может быть, как-нибудь нужно, но у меня на самом деле время. Мне надо было за мясом идти. Сейчас мне надо картошку купить, девочки, но я потом куплю, ладно. Не картошку купить, мне надо маленький лучок купить, хочу его замариновать, да? Я стиралку поставила. Я сегодня утром в банк бегала. У меня другие заботы, ты не понимаешь? Говорю, все на мне, мне тяжело. Но неужели ты не понимаешь этого? Хорошо, приду. Я говорю, ну это же 5-минутная работа. Он такой, ты знаешь прекрасно, что это не 5 минут. Я говорю, хорошо, 10 минут будет пускай. Когда что-то тебе нужно, Адам, ты никогда не думаешь, я могу, не могу. Мой муж устал, не устал. Ты не один единственный работаешь. Но сейчас же ты не работаешь. Я говорю, я сейчас на декрет. Я сейчас на больничном. Но когда работал, я же все равно. Короче, девчата, ну их нахер. Иногда даже просить не хочется. Вы знаете, прежде чем просить, у меня аж настроение портится. Я ему ничего, только вот насчет телефона, если там что-то так, понимаете, ну вот не получается у меня, как бы я ни старалась, да? Не такой я уж и продвинутый блогер, короче. Ну так, если рассудить, да? Он мне такой, ты очень умная. Если бы ты хотела, ты все могла бы. Конечно, могла бы, но у меня есть для этого ты. Так я ему говорю, придешь и сделаешь. Если я вот так скажу, да, а я же хочу по-нежному, я же хочу по-хорошему, я же хочу по кути-кути. Но иногда кути-кути не помогает. Иногда надо сказать, ты что, охренел, что ли? Быстро я тебе сказала. Приходит и все делает. Но я же так не хочу. Я же хочу, мой золотой, тетя тебя зовет, приходи. И чтобы он мне сказал, с удовольствием, тетя. Прям сейчас же. Хияр боржовый мне. Просто хияр. Вы думаете, через что я столько мяса купила? Конечно, ему хороший кусок сейчас отдам. Скажу, на. Он у нас готовит. Ой, он мне еще это так преподносит. Ты знаешь, я тот день такие вкусные макароны сделал. Ты знаешь, я тот день так это сварил, суп сварил. Овощной суп он сварил, он говорит, что такой вкусный был. Говорит, тетя, говорит, прям как у тебя получилось. Ну, он у меня спрашивал, овощной суп, как мне сделать, тетя? Я ему говорю, отвари хорошенько говядину. Он такой, а если говядины нет? Я говорю, как нет? Я тебе тут раздавала. А, да, есть, есть. Я говорю, за ночь вытащи, оставь, говорю, на столе. Ну, не оставь вот так мясо на столе, говорю. Его закрой. Он такой, понял, понял, я знаю. Все он знает, девочки. Зачем тогда спрашивает? Не могу понять. Все вроде бы знает этот мальчик. Ой, вот так, девчата. Все он знает, все он умеет. Одна я такая дура. А если я это не сделаю, если я это... Кари, туда по-дески дохаренер коче? Ну, все, я не могу. Асы фрекой, ты, ман? Я ему говорю, может, в машине оставишь, говорю, мясо? Мы только на 2 часа, говорю. Сейчас, говорю, наверх поднять. Купила новую, этот, для моих барашек.
Вот одни расходы, девочки, да, то это надо, то надо. Вот сейчас мне, когда буду домой ехать, мне надо зайти в птичий корм купить. Я же говорю, у меня деньги просто вот так улетают. Просто улетают, ребята. Ну, потому что хозяйство большое. Это все кормить надо, нам кушать надо. Это тело тоже надо содержать в хорошем качестве. Понимаете? Не так хутур-мутур. Здесь помидорами, овощами не это самое. Не дает мне пакет. Томаса возьми. Ага. Томас хочет погулять. Давай. Не знаю, я или взрослею, ребята, или что со мной. Не знаю, девчонки. Знаете, трачу и переживаю. Жадная становлюсь, ребят. Честно говорю. Как-то, знаете, уже раньше я ему такое: ай, да мне все равно. Он мне говорит: в этом куске 15 килограмм. Я ему: нет, 10 мне хватает. 10 килограмм хватает. Он такой, ну, наверное, подумал: о, раньше и 20 брала, когда я так говорила, а сейчас уже как-то, знаете, задумываюсь, нахер мне столько. Я же могу в свежем виде потом еще купить. Ну, как-то вот так, девчата. Не знаю, или... Моя Кайтана говядину не ест. Но мой муж постоянно хинкал просит. Я, конечно, вы же видите сами, когда я готовлю борщ не так, как другие. Я там готовлю 10 литров борща, даже больше. Потом я же замораживаю. Давай, Томас, перестань, Томас. Идем, времени и так нету. Мне надо поджарку закончить на этот. Сейчас пройдет Адам. Если еще суп не готов, вообще меня прибьет. Он мне такой, он не послушал мое сообщение. Идем, Томас, он не послушал мое сообщение. И я ему написала: Томас, этот, зайдешь, Адамчик, я тебе супчик дам чечевичный. Он это не послушал, и он... Я ему написала: Адам, позвони мне срочно нужно, чтобы ты пришел. И он мне письменно отвечает: я не могу, у меня кушать не готово, я дедушке кушать еще не сделала. И я ему говорю: ты послушай сперва. Он послушал, он такой: а, понятно, хорошо. Такой: ай, девочки. И с того, как начал смеяться, когда он сказал: если со мной что-то случится, значит, вы умрете. И с того он говорит: ай, мамочки, сколько ты для него делаешь, а он вот это... Ну, вот такие они все дети такие. Хотя я... Девчата, я вам честно говорю, ребята, я вам честно говорю, серьезно говорю. Я знаю прекрасно, что он меня больше всех любит. А кого ему еще любить? Он меня очень любит. Он меня очень любит, и я знаю. Просто сегодняшний день дети вот такие. Вот такие. У нас рядом на нашей площадке ремонт делается. Подъезды все пачкаются. Там. Женщина, которая жила, взрослая. Они две сестры там жили. Что-то мутно так показывать. Они две сестры там жили. И одна из них замужем не была. А другая была и вдовой осталась. Вот в этой квартире. И она свою сестру позвала жить к ней. Вот, и они долгое время вместе жили. Одна сестра умерла, потом другая. У нее дочка есть. И зять каждый день приходил. Дочка меньше приходила, у дочки рак груди было. Ой, Томас, чуть не наступила на тебя сердце. И рак груди у дочки была, они так переживали. Вот, тетка и вот мамаша и ее, этот, постоянно вместе, девочки. Постоянно вместе, все так. Знаешь, Тома. И
дочке операцию сделали, я ее спрашивала, как. Она говорит, все хорошо. Потом у нее вот этот, вот я точно не знаю, или мама умерла, или тетя умерла. Одна из них умерла. Дочка в депрессию упала. Чуть-чуть такая грустная. А у дочки двое детей были, мальчик и девочка. Такие хорошие дети были. Симпатичные такие, хорошенькие такие. И приходил постоянно зять, навещать. Потом эта женщина тоже умерла. Вот сейчас они ремонт делают. Не знаю, продавать будут или что они будут делать. Смотрите, девчата. Тапочки такие хорошенькие. Так мне подходят. Очень хорошо. Мне очень, очень хорошо. Так что вот так. Сейчас руки помою, как пришла. Руки помою и зажарку сделаю. И закончу суп чечевичный, девчата. Вот такие у меня дела. Вот так, девочки. Ну, конечно, настроения нету, так наорал на меня. От тапочек. Обидно, девчата, сразу стало. Думаю, блин, он мне только гай скажет, я прям ломлюсь, девочки. Вот он мне еще так, Наталья, он так напишет, да? Ты где? Там, я ему что? Он такой, вот это. Я такая, не беспокойся, это я ему сразу. А вот он тяжелый все-таки он. Знаете, и главное, я вот замечаю, что он похож на мой характер. Да вы что, если моя мама со мной так говорила бы, разговаривала бы так, мне бы так. Я ему постоянно, я тобой горжусь, ты молодец, как ты за дедушкой смотришь, не отпускаешь его постоянно там. А дедушка, главное, так интересно, девочки, он дает деньги своему отцу. Определенную сумму, там 150 евро, что ли, он дает каждый месяц. Отец их в карман ставит, дедушке не дает. И дедушка тот день говорит, все на моей шее, короче. И я говорю, вам что, деньги не дают? Никто из них? Он такой, нет. Я говорю, Адам, ты что, не даешь дедушке, да, какую-то сумму? Он такой, ну я же отцу даю. Отец в карман эти деньги ставит. О, я же говорю, наверное, на тот свет заберет. Этот человек вообще щедрый вообще. Рубашку себе не купил, девчонки. Вот после того, как развелся он с моей сестрой, он только Адама вещи таскает и все. Он ничего не покупает. Он даже трусы Адама одевает. Носки, трусы, футболки. Вообще у человека совести нету. Вот бывают же такие мужчины, которым он единственное, что купил велосипед, и то на деньги моего сына. Какой он все-таки жадный. А как у него не спроси, у него копейки нету. Я не знаю, на что он тратит. Может, он задницу каждый день вытирает ими, потому что не знает, что это не туалетная бумага. Я в шоке, ребята, от того. Вот знаете, и главное, когда меня видит, так улыбается. Он такой, а Кайтани, Кайтаночка, какая ты хорошая, какая ты милая. Как ты мне нравишься, ты такой хороший ребенок. А сколько раз я ему сказала, давайте еще одного ребенка. Может быть, сделала бы маэстро еще одного ребенка и не развелась бы, жили бы вместе. Ба, хорошо, что бросила его, этого крахобора. С таким крахобором жить, это вообще. Как я этого раньше не замечала, не знаю, девчата, когда с сестрой он жил, я не замечала. И мне сестра говорила, ему ничего не нужно, ему никогда ничего не нужно. Ему вот бывают же такие, которые вот живут, свет включился, не включился, ничего страшного. Вот который все по барабану, вот он вот такой, один из них. Вот честное слово, ну вообще ни на что не обращает внимания. У него сердечного приступа никогда не будет. Никогда. Вот так. Ладно, ребята, давайте оставлю вас. Люблю вас, целую вас. Оставайтесь добрыми. Не будьте на меня похожими.